Меня зовут Киселев Павел. Сегодня я расскажу вам про серию граблей марки H90 V8, V10. Итак, непосредственно вот эта модель, это серия H90 V10 шириной захвата 7 метров. Раскладывается в транспортное и рабочее положение при помощи двух гидроцилиндров. Вот они, справа с левой стороны. Имеет в своем оснащении 5 колес с левой стороны, рабочих 5 колес с правой и обязательно колесо посередине. Рабочие колеса, значит, по ним следующие. Зубья, специализированная сталь, пружинная, специальной термообработкой, диаметром 7 мм. Обязательно рабочее колесо на двух конических подшипниках, 6 болтовая ступица. Штампованный диск вот с этой стороны. Особенности данных граблей — это основная секция, на которой находятся боковые секции уже. Это именно гнутый рычаг, так называемый, который имеет цельную трубу и усилена косынкой, потому что в это место идет самое большое напряжение при работе, и оно усилено без каких-либо сварочных швов. Держится вся рабочая секция на такой вот большой и толстой усиленной оси, и плюс втулка усиленная. Очень хорошо развит копирующий аппарат, который представлен в виде двух усиленных пружин с одной стороны и также две усиленные пружины с другой стороны.